пользу и слушателей района. Предприниматель Ирина Альбахтова получает благодарственное письмо губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за свою работу. Уже 20 лет она управляет магазином автозапчастей в Клявлинском районе. За это время сложились доверительные отношения с огромным количеством клиентов. Магазин обслуживает и машины спецслужб района. Ирина признается, чтобы успешно работать, нужно к покупателям относиться честно, уважительно и с душой. Для меня это большая честь. Ну, приятно, как бы, я не знаю, волнительно ощущать себя там маленькой частичкой вот во всем этом большом глобальном. Таких же успешно работающих в сфере торговли награждали на сцене КРЦ «Звезда» в преддверии празднования Дня работника торговли. Многие из них не только развивают свои торговые точки, но и ведут активную социальную работу, помогая ветеранам и пенсионерам, участникам СВО и членам их семей, а также различным волонтерским движениям и общественным организациям. Самара испокон веков была купеческой Самарой, так ее называли. Благодаря тем предприимчивым людям, которые жили на заре, так скажем, становления нашего города, наш город сейчас процветает, и мы гордимся этим наследием, и продолжаем его развивать. Торговая отрасль – одна из самых динамично развивающихся в регионе. Поддержка местных производителей товаров и услуг и предпринимателей – одно из важных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова и правительства области. Оборот розничной торговли составляет пятую часть от всего денежного оборота региона. Мы чествуем, безусловно, всех причастных к этому событию. Но вообще торговля, безусловно, всегда играла очень важную роль в экономике нашего города и страны в целом. А с приходом рыночных отношений профессия торгового работника стала наиболее востребованной и популярной. В подарок профессиональному празднику для всех гостей торжества подготовили праздничную концертную программу с вокальными и танцевальными номерами. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.